Всем привет! С вами магазин «Горные вершины», меня зовут Андрей. И сегодня мы поговорим о том, как выбрать такую важную деталь велосипеда, как седло. Седло – это очень важная деталь, которая отвечает за ваш комфорт в поездке. Как видите, седла бывают разные – жесткие, мягкие, широкие, узкие. И сейчас мы разберемся, какие седла для чего предназначены и на что стоит обратить ваше внимание при выборе. Покупая велосипед, понятное дело, он уже оборудован седлом, и это седло примерно соответствует тем целям и задачам, под которые заточен сам велосипед. Однако может быть такое, что вы используете велосипед, ну, не совсем в тех целях, которые заложил в него производитель, либо седло, которое установлено на велосипед завода, может вам не подходить по анатомическим особенностям. Ну и начнем с того, что абсолютное большинство седел на современных велосипедах взаимозаменяемы. Система крепления седла к подседельному штырю представляет из себя вот такие рельсы, которые по толщине и ширине стандартны на всех седлах. Таким образом, вы можете прикрепить любое седло к любому подседельному штырю. Хотелось бы сразу отметить, что в этом видео я не буду касаться каких-то узкоспециализированных седел, например, карбоновых или с рейлами другой формы. Перед тем, как начать выбор седла, нужно понять, какие же седла вообще бывают. Условно седла можно разделить на широкие и мягкие классы комфорта, их еще называют диван. Седла средней ширины, прогулочные, и спортивные седла узкие и жесткие. Ну и теперь немножечко теории. Чем с более прямой спиной мы катаемся на велосипеде, посадка у нас более прямая, тем шире должно быть седло для вашего комфорта. И напротив, чем более низкая и аэродинамичная посадка, тем уже должно быть седло велосипеда. Обусловлено это тем, что при прямой посадке мы сидим всей массой своего тела на седле велосипеда, ну, практически как на табуретке. И напротив, чем более мы наклонены вперед, тем меньше нагрузка на седло, потому что в данном случае нагрузка будет распределяться на верхний и нижний плечевой пояс. Ну и, естественно, площадь соприкосновения седлом будет отличаться от прямой посадки. Таким образом, понятно, что если мы катаемся с прямой спиной на прогулочном велосипеде на небольшие расстояния, то на широком седле нам будет комфортно и удобно. И напротив, при интенсивном вкручивании, при поездке на дальние дистанции, если у нас с вами посадка более вытянутая, аэродинамическая, и такая зауженная форма седла предотвратит натирание внутренней поверхности бедра и обеспечит более точную посадку на велосипеде. Потому что на таких седлах мы, по сути, не совсем сидим, а упираемся в них седалищными костями. Также существует некий усредненный вариант седла, который подходит для большинства горных велосипедов, чтобы вы могли кататься как в спокойном режиме, так и в более интенсивном. Такие седла заточены под посадку со средним углом наклона примерно под 45 градусов. В идеале для правильного подбора нужно узнать расстояние между седалищными костями. Для этих целей существует специальный прибор, но также это можно сделать и в домашних условиях. После того, как мы узнали этот показатель, к этой цифре нужно прибавить еще 20 мм, и таким образом мы сможем наиболее точно подобрать себе седло. На хороших седлах обычным производителем этот показатель указан на упаковке. Ну и понятно, что в силу анатомических особенностей женские седла будут немножечко шире, чем мужские. Что еще нужно знать о седлах? Седло в месте касания седалищных костей не должно быть слишком мягким, так как такой момент тоже приведет к передавливанию, и вы плохо проведете время. Но на некоторых седлах с мягкой широкой частью производители делают вот такой специальный вырез для того, чтобы как раз-таки этого передавливания избежать. Ну а некоторые производители такой вырез заменяют специальной мягкой вставкой вот в этой вот части. Вот, пожалуй, все основные моменты, которые хотелось бы отметить при выборе седла. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете подобрать себе наиболее подходящее седло под ваши условия катания. Ну, если у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете их написать в комментариях или обратиться к нам в магазин. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки. А с вами был магазин «Горные вершины». Я Андрей. Всем пока! У меня на спутничке стоит спортивное седло. Карбон. Просто карбон из карбона. На складном велосипеде карбоновое седло стоит. Что, нормально? Не любит он себя, не любит. Вот если не катался на велосипеде там давно, первых две недели будешь кататься, точно будет неудобно на любом седле. Это факт. Часть седла может быть интегрирована в вашу велоодежду.